А это сегодняшний мой обед. Очень-очень аппетитная рыбка. И вот моя перловая крупа варится. Сейчас я вам ее достану. Вот она, красотка. Вот так мы и будем сейчас кушать с вами. Перловая крупа. Тут этой перловой крупы у меня до конца недели хватит есть. Если, конечно, Константин мне не поможет. Идем к рыбке. Все тут рядом. Все тут близко. И вот она, рыбочка. Покупала рыбку на день рождения, но не пригодилась. Сильно много было еды и так. Поэтому пригодится мне. Тоже неплохо съесться вместе с перловочкой. Никаких подливок, заливок не буду делать. Только если ребятишкам пожелаю. Ну что, пошла кушать. Святым духом жить не будешь. Сильно сложно на работе. Очень сложно, кружится голова. Знаете, так, пью воду постоянно. Обманываю желудок. Что значит, это у меня еда такая. Но сегодня я брала на работу овощи. Немножко гречки ложку положила. Вот. Апельсин, яблоко, мандарин. Фасоль доела. Тунфиши маленькую баночку опять сложила, съела. Ну, короче, ну это 8 часов, да? Первая пауза 15 минут у нас завтрак. И я ем там плотно, хорошо. А в 12 часов полчаса пауза, я там уже ем, что осталось. Ну и в это время уже 4 час, хочется сильно кушать. Поем и спать в кровать. По-другому никак. Так что не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вам что-то здесь интересное или вас что-то заинтересовало в моих видео. Вот так я себе приготовила завтра на работу. Рыбка вся поджарилась. Каша и листики. Все. Это моя дозочка на работу. А это я наложила себе на завтра, чтобы уже у меня была еда. Потому что очень устаешь и сильно хочется спать, друзья мои. Лихо ли дело без 15:04 подниматься на работу? А ребятишкам оставила 5 кусочков и сделала соус рыбный из пачечки. Развела сливками и залила рыбку. Отварят себе вечером макароны и поедят с рыбкой. Очень-очень будет замечательный у них ужин. Ну а мы, друзья мои, спать идем. И на этом я с вами прощаюсь.